Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами будем солить красную рыбку в необыкновенно вкусном ароматном маринаде. Мы уже попробовали эту рыбку на нашем мукбанг-канале. Получилась безумная вкуснятина, проверена малоежками, рекомендуем на 100%. Ссылку на наш мукбанг-канал оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как наивкуснейшим образом засолить красную рыбку для вашего праздничного стола. Оставайтесь со мной, мы начинаем. Итак, друзья, чтобы необычно и очень вкусно засолить красную рыбку, нам потребуется вот такой вот лосось. Хороший, качественный, свежий лосось. Я этот кусочек рыбы буду делить пополам. Засаливать с вами будем примерно 300-350 грамм кусочек половинчатый. Также нам потребуется хороший пучок укропа, 2 столовые ложки вот такие с небольшой горкой соли и 2 апельсина. Для начала нам необходимо хорошо промыть рыбу и обсушить кухонным бумажным полотенцем. Хорошенько обсушиваем со всех сторон рыбу. Лишнюю влагу убираем. Все, рыба готова. Дальше нам необходимо вырезать тот кусок, который мы будем с вами солить. Берем большой хороший нож, раскрываем вот так кусок рыбы и по вот этим вот ребрышкам проходимся ножом. Вот так, раз. Посмотрите, аккуратно, экономично обходим вот этот вот центральный хребет. Вот так. Чтобы как можно больше рыбы у нас осталось на нашей половинке. И отрезаем кожу. Все, вот этот кусочек мы с вами будем солить. Чтобы наша рыбка лучше просолилась, кожу мы с вами тоже уберем. Переворачиваем. Слегка вот так поддеваем кожу пальцами. Не спеша, вот такими движениями ножа удаляем кожу. Тоже стараемся это сделать как можно экономичнее, чтобы ничего лишнего не отрезать от нашей рыбки. Вот таким образом приподнимаем и проходимся ножом. Все, друзья, вот такая замечательная филешечка у нас с вами получилась. Кожу максимально экономично я удалила, ее выкидываем, она нам больше не пригодится. А кусочек рыбы пока убираем в сторону, чуть позже будем его солить. Далее берем укроп. От толстых, сильно толстых веток мы избавляемся. Те, что веточки потоньше, мы с вами все сейчас мелко нарежем. И мелко нарезаем укроп. Мелко нарезанный укроп убираем в чашку, в которой будем готовить маринад. Далее на мелкой терке натираем цедру 2 апельсинов. Не сильно глубоко трем, чтобы белая часть у нас не попадала, только оранжевая. Вот до такого состояния я стесала цедру. Точно так же поступаем со вторым апельсином. Цедра с 2 апельсинов у меня натерта, готова, также отправляется к укропу. Также к укропу с апельсином отправляем 2 столовые ложки соли. Далее берем для цитрусовых соковыжималку, разрезаем апельсин пополам. Вау, смотрите, какой апельсин замечательный. И выжимаем сок. Далее отправляем к нашему маринаду через ситечко процеженный сок. Смотрите осторожно, не весь апельсин нам потребуется. Будем ориентироваться по консистенции. Сильно жидкая консистенция нам тоже не нужна. Все, достаточно такое количество сока, посмотрите. Нам необходимо добиться, чтобы получилась кашица. То есть у меня получается ушло сок от неполного апельсина. Хорошенько все перемешиваем. Кусочек рыбы у меня в итоге получился размером 495 грамм. Дальше делаем следующее. Берем форму, стеклянную желательно, и половину нашего маринада выкладываем на дно формы. Далее аккуратно выкладываем нашу рыбку и сверху закрываем рыбку остатками маринада. Вот так слегка поливаем соком от маринада. Нам необходимо, чтобы укропно-соляной смесью покрыта была наша вся рыбка. Посмотрите, какая красотка у нас с вами получается. Далее все это дело закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник ровно на 24 часа. Завтра в это же время откроем рыбку и я покажу, что у меня получилось. Итак, друзья, прошло у нас ровно сутки. Так, сейчас рыбку вытащу на доску. Ну что, друзья, посмотрите, вот такая замечательная, превосходная рыбка у нас с вами получилась. Слушайте, друзья, очень вкусная рыбка получилась. Рекомендую всем на 100%. Сейчас я ее еще нарежу.
красиво выложу на тарелку и покажу еще раз. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Украсила я дольками лимончика вот таким образом. Посмотрите, как это аппетитно выглядит. Рыбка у нас норвежский лосось. Посмотрите, какая вкуснятина. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.